Всем привет, с вами снова Атлантис, и сегодня вашему вниманию хочу представить вот такую вот посылочку, в которой я понять не имею, что лежит. Она как бы не очень определялась, но давайте посмотрим. Надеюсь, я там ничего не порежу. Опа! Прикольно. DDR1, 1 гигабайт, 333. Ух ты. Прикольно в такой упаковочке. Помните мой ноут Aero Intra 1214 комбо? Вот так вот. Для него эта штука как бы была заказана. Не знаю, подойдет, не подойдет. Единственное, что нашел на Алиэкспрессе. Конечно, здесь уже современные микросхемки. Будем надеяться, что подойдет. Ах ты! Так. Смотрите, сколько здесь. Здесь уже современные. Да. СМД там крепежи на шариках. Вот такая вот оперативочка. Ну вот сейчас не совсем под рукой. Его сейчас у меня нету. Ну, не знаю. Короче говоря, если сегодня я его, скажем, схожу туда, где он находится, то вклею в это видео. Если сегодня не удастся достать ноут, то тогда будет отдельное видео. Ну а на этом, ребята, пока что все. Вот такое вот небольшое видео, вот с такой вот посылочкой пришла вот эта оперативочка. Посмотрим, подойдет, не подойдет. Так что на этом все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам это понравилось. Тоже, как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Так что всем счастливо, пока и до встречи.